верещащее пухло уже впилось в меня всеми лапами и дико орёт. А теперь она стала голосить. Она тут уже тёпленькая. Тёпленькая специально для лап. Посмотри на её хвост. Какой пушной. Прямо лапа. Сейчас мы её намоем. Потом будем делать ей укол. Гриднючий-то какой. Гриднючий. Кто бегал на улицу? Лапы. Ты бегала? Сейчас специально тепленькая. Чтобы она не замерзла. Шампунь ветеринарный. Сейчас мы ее побрызгаем. Тихо-тихо, куда тебя понесло? А? Что там такое? Там интересно? Да? Мяко. Нет. Не убежишь. Я тебя не выпущу. Так. Сейчас мы ее намякаем. Классная. Да, пушу тебе вымою все. Пушу помыли. Так. Выключай. Нет. А то она бедная. Да, в смысле, вытирать ее уже? Нет, пока не надо. Еще не смыли. Просто жалко животное. Она такая несчастная. Как будто ее реально замучили. Так. Ладно. Конечно, надо подольше побежать, но поскольку она и так не так давно мылась, в принципе, можно на улице смыть. Главное, чтобы в уши не попадало. Манюх. Какая странная у нее поза. Все хорошо, тебе ж тепленько, да? Все нормально, лапки. Сейчас мы тебя помоем. Сейчас уже почти все. Подожди немножечко. Мря? Что мря? Что хорошего скажешь? Жопку помою. Все готово. День сегодня искала в аптеках пилочку для ампул. Мне сказали, что, к сожалению, в России все делается иначе. Берется вот такая пилка для ногтей и пилится ампула. А потом в полотенце ее отламывают. Вот, собственно, будем пытаться сделать так. Гамма-вид 2 мл. Сейчас получится.
вообще, конечно, для маленькой скотинки такие объемы даже немножко странными кажутся. Один с небольшим. Все пузыри у нас вроде как ушли. Чем пилкой, по крайней мере, хоть как-то получается. Так. Ну да, ну, попробуем так по кругу. Пытаемся обнять. Вот. Получается такая фигня. Это Россия, детка. Да? Ставим сюда. Пузырь все равно есть. Его не убрать, по ходу дела. Вот.
это сюда. 3 миллилитра. Перемешиваем так, чтобы не было пузырьков. Чтобы все хорошо растворилось. На всякий случай еще чуток. Все. Забираем обратно. Нужно колоть 1,5 миллилитра. Вот и животное. Оно как раз прискакало. Мя-мя. Ур. Что ты еще мне скажешь? Ай. Не поймала. Ну все, давай. Она дрожит. Ну конечно, она дрожит. Она от холода дрожит. Ну так, держи. Вот за это не держи, держи здесь. Так, 2,5 миллилитра надо вот сюда делать. Майк, ну-ка отвернись. Берешь вот так вот холку, вот сюда, вот протыкаешь. Теперь медленно выпускаешь ей вот эту штучку. Все. Свободно. Теперь в тот раз сделали в правую, теперь в левую. Значит, положить надо на правую. Вот сюда. Вот так аккуратненько придерживаешь ее. Можешь за жопку, можешь вот за перед. За перед и за жопку надо. Хорошо. Так, а может быть наоборот жопу тогда с этой стороны, чтобы ближе было видно в камеру? Ай-яй-яй. Вот. Отлично, как раз жопка. А я буду держать ее вот сюда и вот в мягонькое место буду втыкать. Ну давай. Это как раз антибиотик. Тихо. Держи. Укол довольно болезненный. Но она, я думаю, вытерпит. Кстати, если немножечко воздуха попадет в жопку, это не страшно, как и под кожей. Вот если бы вену делали, было бы очень отпускать? Плохо. Ну давай, отпусти. Она вся дрожит, бедная. Ну ничего, я ее подержу. Все, моя лапа.